Существует убеждение, что в Корее все очень дорого, очень высокие цены. И сейчас я покажу вам, сколько стоит в Корее одеть ребенка на весну. С ног до головы. Мы сейчас ходили в магазин, в обычный Имарт, ну, продуктовый супермаркет. Там и одежду продают, и все подряд, короче. И прикупили ангелушки вещи. Это такой эконом-вариант, для меня абсолютно не принципиально, когда я выбираю детям одежду, для меня абсолютно не принципиально, сколько она стоит. Если мне эта одежда нравится, если она прикольная, если она необходима на данный момент, я могу купить как за 2 доллара, так и за 200, если мне что-то понравилось. Но в этом магазине, в супермаркете, дорогих, конечно, вещей нет. А у нас потеплело, внезапно весна пришла. Я прикупила такую одежду, которую, знаете, в садик вот она ходит каждый день. Какие-то замудренные вещи, какую-то мудреную обувь, да, которую тяжело снимать, развивать. Вообще в Корее она не актуальна. В Корее актуальна обувь, которую вот так вот как тапочки скинул, потому что они везде разуваются, на каждом шагу нужно разуваться, опять обуваться, разуваться. И, в общем, вот такие вот тапки, я сама их ношу круглый год, как бы. И ангелинки вот сегодня купила, была скидка, знаете, сколько стоят эти кроксы? Это, правда, фирма Dice. Фирма, это корейская такая фирма, которая в супермаркетах продается. Это очень качественные вещи, но в такой даже не средней, ну, может, средней ценовой категории. Но вот сейчас скидка была, и я вот эти вот шлепки ей купила за 2 доллара, не смейтесь. 2000 вон. Это меньше, чем 2 доллара. Я купила ей вот такие вот шлепки. Это... Для Кореи идеально, очень удобно. Абулы пошел. Гелик, я купила тебе тапочки, померяй. Давай размер посмотрим, как раз, не как раз. Может, поменять надо будет. Теперь можно носки вообще никогда не носить. Давай, вставай. О! Оте? Коне? Немножко большевато, на самом деле она сейчас 170 носит, но я купила 180, так как уже 170 ей становится маловато, а 180 еще видно пока большевато. В общем, вот такие вот топченцы. Дальше. Когда я говорила, что с ног до головы мы ее одели на весну, это подразумевалось с ног до головы, начиная от башмаков, кончая курточкой. И вот такой вот еще... И вот такой вот еще платочек взяла. Это очень мило выглядит, когда детям вот такие платочки на шею повязывают. Корейцы все деткам повязывают. Вот. И сейчас мы будем это мерить и оценить, как можно одеть ребенка с ног до головы в Корее в пределах 30 долларов. Вот такой корейский ребенок у нас получился. Иди сюда. Корейский фэшн за 30 долларов. Главное, что качество хорошее, ребенку удобно, и ребенок быстро растет, нет смысла покупать ему какие-то очень дорогие вещи. Конечно, можно, когда очень хочется, но а так, в принципе... А так, в принципе, если у вас ограниченные какие-то средства, то вы в Корее всегда можете и покушать очень качественно и очень дешево. И одеться очень модно, прикольно, удобно, качественно и за копейки просто. Сейчас стали очень популярны такие бренды, которые делают дешевую качественную одежду. И корейцы очень обожают эти бренды. Знаете, как типа Uniqlo, японский бренд, да? Вот, в Корее полно, миллион таких брендов, которые делают качественную и недорогую, модную, симпатичную, милую одежду. Не только для детей, но и для взрослых. Поэтому вы всегда можете одеться и за пятерку, и за десятку. И вы не будете выглядеть как-то глупо. Все корейцы, даже очень состоятельные, они вообще абсолютно на это никак не... У них нету в связи с этим каких-то стереотипов. Вы, наверное, не раз слышали, что корейцы прутся по сумкам типа Gucci, там вот эти Louis Vuitton и все такое. Это да, это есть. То есть кореянка может одеться что-нибудь за 5-10 долларов,
но сумка у нее всегда будет как бы дорогая. Но это такая вот как бы корейская изюминка. Что там у тебя за этикетка, Ангелина? Я вроде все оторвала. Завтра пойдет так в садик, потому что для пуховика уже очень жарко. Завтра у нас +10 градусов. Весна